Москва, 23 авг, Эрспорт. Российский пилот команды Формулы-1 Red Bull Даниил Квят провел очень сильную гонку на Гран-при Бельгии, заявил руководитель конюшни Кристиан Хорнер. Квят, стартовавший с 12-й позиции, в воскресенье в гонке на Гран-при Бельгии финишировал четвертым. Его напарник Даниил Рикьярдо сошел из-за технических проблем. Квят на последних кругах сумел подняться на четвертое место с 8-го, совершив несколько обгонов. Россиянин вышел на 7-е место в личном зачете чемпионата Формулы-1, опередив Рикьярдо. Дани провел очень сильную гонку, финишировав 4-м после старта с 12-го места. Он совершил несколько отличных обгонов. Стратегия была продумана правильно, так что мы заработали несколько полезных очков, цитирует Хорнера официальный сайт Red Bull.